Так, кажется, он уже не обижается на шлейку. Он что-то хочет. Котик, что ты хочешь? Что нужно, котик? Кот. Нет, он не гладится хочет. Он что-то другого хочет. Гулять, по-моему. Или куда-то еще. Тебе куда, кот? Тебе гулять? Что тебе надо? Так. Что хочет кот? Кот. Он пришел. Заорал. Прям вообще вот. Внимание, наверное, требует. Чего вот коты требуют? Приходит вечером и орет. Кыси. Да пофиг ему. Кыська. Кысь. Вычесанный. Расчесанный. Сердитый. Или не сердитый? Да нет, не сердитый никакой. Что ты хочешь, кот? Скажи словами. Словами скажи. Куда мы хотим, что тебе надо? Вот что на твоей морде написано. Странно, но мурчит. Внутри мурчатель. Кот с мурчателем внутри. Ух ты, кот, кот. Короче, внимание ему надо. Да. Погулять, наверное, куда-нибудь что-нибудь отправить. Такой интересный ты кот, вообще. Ну, орёт звонко такой. Вот, получить фашист-гранату. Да, не так погладил. Кот, что ты хочешь? Внимание. Так, осторожно. Все, вскочили, нагладился. Что хочет? Хвостом-то махает только в путь. Недоволен, значит. Ну ладно. Может, расскажет, что ему надо. Кот, что тебе надо? А, кот. Хвостом не машет. И все нормально. Тебя гладить? Или не надо? Кот. Кот Котович. А кот. А кот. Ничего не так. Не кусаешь? Все не то и все не так, да. Кот недовольный.